На станцию Ульяновск-Центральный прибыл особый состав. Пассажиры вагона – дети из Запорожской области. Всего 150 талантливых ребят. Им только предстоит выбрать курс на будущую профессию. Определиться поможет федеральный проект «Университетские смены». Программы у детей достаточно насыщенные. Она и культурная, она и образовательная. Дети, ребята из новых субъектов познакомятся с культурными традициями наших субъектов. Все гости региона уже предвкушают насыщенные будни, настрой боевой, обогатиться знаниями, полюбоваться красотами Ульяновска, найти единомышленников. К слову, новые знакомства завязались уже по дороге в областную столицу. Да, мы нашли, кстати, много друзей, знакомых, вот познакомились со всеми, с девочками, с мальчиками, с разных городов. Вот, очень хорошие, милые люди. Вот. Как вам Ульяновск? Очень классно. Мы пока доехали, такие впечатления, краевиды хорошие. Очень ждали вот это, вот, когда приедем. Ждали этого момента, когда мы сюда доедем. Момент не заставил себя долго ждать. Впереди у подростков насыщенные будни. Каждый день расписан буквально по минутам. Экскурсии по музеям города, образовательные программы, спортивные мероприятия. Шефство над ребятами взял Ульяновский педагогический университет. Старейший вуз Поволжья уже во второй раз принимает университетские смены. Всех участников проекта на привокзальной площади встречают вожатые и руководство ЛГПУ. С самого раннего утра, с 8 часов и до позднего вечера, до 22, у ребят насыщенная программа. Это обязательная зарядка, обязательное пятиразовое питание, завтрак, обед, ужин и 2 полдника. Это обязательное спортивное мероприятие. Также вуз подготовил дополнительную программу «Родина талантов». Она направлена на знакомство ребят с историей и культурой России, традициями страны, ее духовными ценностями. Познавать новое дети будут 10 дней. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.